Представился привидением пьяный водитель 14-й, который устроил ДТП на улице Ломоносова. Мужчина на парковке уценил новый Hyundai, захотел скрыться, но его задержали активисты ночного патруля. После аварии виновник заявил, что он привидение и может на любого навести порчу. Подробности узнавала наша съемочная группа. Общественники заметили водителя «Лады» 14-й модели, который неумело маневрировал на парковке, а один из его пируэтов закончился ДТП. Все, поехали. ДТП совершил. Все. Хочется уехать. Он сейчас с девушкой. Все, пошли. Стегивайся. Автоледи на Hyundai сразу подошла к водителю, заметила, что он пьяный, не смогла сдержать эмоций. Это ваша машина, да? Водитель во всем признался и не скрывал свое состояние. Несмотря на ДТП, общался поначалу он довольно адекватно. Спиртные напитки сегодня употребляли? А проходить медицинское освещение будете? По словам Сергея, ночью он искал в городе свою дочь. Я хотел уехать. Вот. Понял, что здесь ее нет. Ну, неудачно. Как-то вы газу дали очень так, знаете, сильно. Я думал, последствия будут хуже. Так это дочь. С каждой минутой адекватных ответов у мужчины становилось все меньше. Ты не знаешь, что это такое? Что вы такое? Я твое привидение. Углубли. Углубли? Сдохни. Вы маг? Я хуже. Я дьявол. Ну, ставлю. Тихо. Котляки, и все. Фу. Вот будешь одночлен. Сергей, тихо. Сергей вошел в образ и хотел дать большое интервью по поводу своих способностей, но к проблеме пьянства за рулем эта тема не имеет никакого отношения. Разговор пришлось прервать. Не будет в жизни никогда. Хорошо. По данным полиции, инспекторы составили протоколы вовсе не на привидение, а на реального человека. Сергею грозит штраф и лишение прав. Сергей Пичугин, Павел Москвин, место происшествия.